кстати, серии «Трущобы и дворцы». Херсон, одна и та же улица. Как эта улица называется? Приближу. Улица Московская. Нас интересует больше 52. И во дворе, конечно же, злая собака, и не одна. Наверняка камеры. Центр, площадь Свободы, обладминистрация. Здесь у нас Ленин стоял, снесли. Это теперь место Небесной Сотни. Памятник готовят. Это кинотеатр «Украина». И был отель «Киев». И сейчас там что-то «Приватбанк» и масса других офисов. А это облисполком, да? А там был центральный универмаг, ЦУМ еще стоит наверху. Ну, там на первом этаже сельпо, а на последующих этажах различные магазины. Это какая улица? Белинского. Там вот Ушакова, главпочтамт. Здесь когда-то была редакция газеты. А что здесь сейчас? Что-то всего много. И Орифлейм, и чего хотите. Такое здание. Вот мы идем по улице Белинского. Кофейня. Вот такая. Это улица Гоголя. И вот туда центральный рынок. Какие? Курму может возьмется? И гранат такой красивый. Сладкий гранат. А сколько получается одна? 30-35. Ну, давайте мы... А выберите нам, вы разбираетесь, какая лучше?
две курточки. Яркие. Яркие. Спортивные товары. Давным-давно там был спортмагазин, так он там и остался. Мы на привокзалке, улица Ушакова, город Херсон, Украина. Вот там вокзал, это у нас центральная улица такая, проспект адмирала Ушакова, который начинается от ЖД вокзала, вернее, он кончается, да, по нумерации, и тянется до набережной. Прямая такая улица, от нее разветвление в различные районы города. А это у нас техникум. Здесь был когда-то кооперативный советской торговли. Теперь это колледж. Вот так отремонтирован, все чистенько. Небольшой участочек нормального асфальта и газона. Там комбайновый переулок. Вот такие тут оголошивают набор студентов. Это набирают новых учащихся. Какие у них перспективы стажировки за границей. Вот такой колледж. Вот эти тополя какие большие. Магазин «Княжна». Там какой-то «Милорд», «Кожа меха». А там во дворах моя школа. 31-я. Считалось когда-то такой одной из элитных, престижных школ. С этой стороны у нас был овощной магазин, и тогда в нем в первом появились жвачки таллинские по 15 копеек. А здесь был когда-то магазин «Черевычки». Дальше был автомагазин. А потом были товары херсонщины. Ну вот там сейчас еще какой-то херсонец остался. А тут вот банк «Кредит Днепро». И сейчас покажу свою школу. Вот курс на сегодняшний день. Доллар 27.70, продажа 28. Евро 32.65. Продажа 33.25. Ничего себе. И рубль 45, почти 46 и 48. И вот там во дворе моя школа. Начальные годы школы. Школу очень любила. А позже не очень. Потому что видела, какая несправедливость там творится. Херсонец.
Это переулок Казацкий и Ушакова. И тут вот у нас такой симпатичный магазинчик капучино. Можно выпить чашечку кофе, такая елочка симпатичная. И взять какой-то тортик. Это не Рошен, солодка Мережа. Давай зайдем, посмотрим. Зайдешь? Да. Я хочу снять. Да, Рубен Бобин это. Точно. Рубен Бобин, как пахнет классно. Да, смотри. Хочешь, можем молочный коктейль взять, если хочешь. Есть же или нет, или только кофе. Девочки, а молочные коктейли есть у вас? А, нет. Понятно. А только в летом, что ли, да? Я немножечко поснимаю, чисто для себя. Ой, у вас тут там, или он чистится? Это Рошен или нет, или все здесь? Есть Рошен, есть. Ничего страшного. Ага. Эклеры, смотри, какие, да? Большие, красивые. А вот имбирные пряники. Вот. Так дома ж есть. И ты съел дома. Может, да. А ты один съел. А там еще один остался. Ну, сейчас, подожди. Я поснимаю, хорошо? Может, ты что-то другое вон? Нет.